Так, ну вот, сделал вот такую приблуду архимедову. Труба это будет стрелой, а это вот такая штука. Колеса ей тоже приделал с тачки. Будет она у меня вот так вот заезжать. Вот. Не видно, правда, уже темновато. Но, в общем, вот такая вот штукенция. Сюда будет труба цепляться и буду доставать мотор. Вот, я думаю, что без проблем я его достанут. Вроде он как в сборе весит 200 килограмм. Ну, естественно, я уже все поснимал. Я думаю, даже если он килограмм 100 весит, я его без проблем достану. Вот, поэтому, ну, поэтому вот, вот так вот, просто у меня помощников нет, никого нет. Так что буду доставать, сейчас буду откручивать и буду вытягивать его. От коробки откручу и буду доставать. Так, ну все, мотор я открутил от коробки. Вот, уже поставил тут трубу вот эту, вот цепак натянул, закрепил его вот здесь, чтобы он, не дай бог, ну, струбцины, чтобы он с края, не дай бог, не соскочил. Поэтому, вот, теперь буду поднимать вот эту доска, ее надо будет потом, да, наверное, на веревочку привяжу сейчас. Вот, и как только мотор подниму, натяну на веревкой доску, чтобы она подперла трубу, вот, и буду его вытаскивать. Ну, я надеюсь, все получится. Так, ну вот, достал я его, в принципе, все как я предполагал, у меня сработало. Единственное, надо было под колеса тоже подложить фанеру, чтобы она скатилась, а то он зацепился вот здесь мне за щебень, колесики я еле сдернул, там он веревку прицепил. Вот, ну ладно, сейчас я подготовлю, куда его поставить, а вот переверну, наверное, его, да. Ну, в общем, сумел я его достать, не знаю, как я буду его втягивать назад. Ну, что-нибудь придумаю. Фух, ну ладно, все хорошо.